Всем привет! В начале видео хочу вам поведать о такой насущной проблеме. У меня кончилось сено, мы его косим, сушим, но в последнее время у нас 3 дня подряд идут дожди, и косить и сушить сено просто нет никакой возможности. Если это делать под каким-то навесом в складе, приходят куры, туда срут, разгребают, и никакого толку с этого не приходится. И поэтому потребление сена пришлось сократить до минимума. Даем кроликам не больше, чем они могут съесть. Вчера весь день шел дождь. К вечеру вышло солнышко, накосили травы, расстелили на крыльчатнике, и ночью опять прошел дождь. Вот, все покрыто каплями дождя. Есть еще немного насушенного сена, но это вот только на сегодня. Перед вами чистопородный самец новозеландской белой породы. Мордастый, короткоуший, компактный, весом 4 килограмма, возрастом больше 2 лет. Всем своим видом говорит, что он очень породный и продуктивный. Но у меня к нему есть некоторые вопросы. Сейчас поймете почему. Здесь сидят чистопородные крольчихи новозеландской белой породы и крольчата от этого самца. Как думаете, сколько им? Месяц? Полтора? Месяц и неделя? А вот и нет, сегодня им ровно 2 месяца. И как вы считаете, это нормально, когда 2-месячный кролик такого размера? Вот, этот крольчонок весит 800 грамм. Да, понимаете? Второй крольчихи крольчата и того меньше, но она изначально их кормила похуже. Здесь крольчонок весит 500 грамм. Обе крольчихи не первокролки. Это уже второй окрол. Сейчас покажу крольчат от первого окрола, которым сейчас 5 месяцев. Вот самец. Ну как самец, не самец, а смех один. Ему ровно 5 месяцев сегодня исполнилось. А он весит у нас 2 килограмма. Круто. Ну вот, оставшиеся 2 самочки. Они покрупнее самца. Весят. Тоже 2, не понял. Знаете, чисто визуально они крупнее самца, а весят столько же. Представляете? Аккуратно. Ну, это весит 2-300. Ну, классные результаты для 5 месяцев. Вы в 2 столько весить должны были. 2 месяца, я не помню, сколько они весили, но в момент отсадки от матери они весили, это было 45 дней, весили по 600 грамм. Можно было бы грешить еще и на самок, если бы от этого самца у меня раньше не рождались крольчата, и они тоже высокими весовыми показателями не отличались. Можно было все спихнуть на самок, но раньше от этого самца у меня уже были окролы, и те крольчата тоже высокими весовыми показателями не отличались. Это были помеси НЗБ и строкач. Будем проверять самца в следующий раз. НЗБшек покрою французским бараном. Посмотрю, что будет. Может и наоборот. А так как таких точных записей я не веду по весам, может наоборот, это НЗБшки непутевые. Обе крольчихи до покрытия весили 3800. А это крольчиха, что в первый окрол, что во второй выкармливал крольчат лучше, чем вот эта мадам. И от первого окрола, от этой мадам, вообще крольчата ни один не выжил. Когда я их отсадил, одни потихоньку скрючинились. А сейчас остались 3 крольчонка, это вот от нее. Она в первый окрол родила 5, 2 заморозила, а 3 выкормила. Но 2 заморозила, они просто вылезли из гнезда. Просто по неопытности она их потеряла. Вторая НЗБшка, что первым окролом, что вторым, крольчат выкормила плохо. Не сказать, что первая крольчиха выкормила хорошо, но это еще хуже выкормила. Те весят 800, а эти по 500. Не знаю, что делать, если прошлых крольчат я отсадил 45 дней, и их медленный рост списал на то, что рано отлучила от матери, так эти сидели 2 месяца с ними. И что, выросли? Типа нет. Значит, причина в другом. Кормим зерносмесь. Кормлю зерносмесь ячмень, пшеница. 2 части пшеницы, а 3 части ячменя. Как только крольчат начинают вылазить из маточника, начинаю подкармливать их геркулесом. Я бы не сказал, что у меня скудное кормление. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь и будьте более внимательны при покупке своих кроликов.